Здравствуйте. Привет. В общем, я был в Америке, и там русские мигранты, когда меня видели, они почему-то все меня называли Игорь, Игорь. У меня просто тур был по Америке, у меня много концертов в Европе. И я вот последний был случай, я объяснял девушке примерно где-то час, что Егор и Игорь — это разные имена. И в итоге она в конце мне сказала: Игорь, я все понимаю, типа, а кто такой Егор? И на этой теме, вот там играл бит, я нажал диктофон на телефоне. Нажал диктофон на телефоне, и пришла идея в голову. Слушай, как Игорь крутой, как Игорь крутой. Вот так. Послушайте. Малаева, берег и зовет меня Игорь. Игорь крутой. Игорь крутой. Игорь крутой. Крутой. Я крутой. Как Игорь крутой. Игорь крутой. Бывшая Вика, понятно. Его дочь зовут Вика. Мы оба любим музыку и любим Крида. Самолюбивый ЧСВшник этот Егор, они в комментах пишут: что? Слава богу, все это не мне, ведь меня зовут Игорь. Фу. Мы похожи так сильно, вы видите. Мы оба работали с Тимати, да. Нас обоих любят родители, yeah. Совпадение, да, удивительно. Я прям так отвечал этой девушке, чуть сбавив напор. Она в итоге сказала мне: Игорь, а кто этот Егор? Малая в Европе зовет меня Игорь. Игорь крутой, как Игорь крутой. Крутой, я крутой, как Игорь крутой. Крутой, я крутой, как Игорь крутой. Крутой, я иду стой. В России она знает, что его. Его крутой, как Игорь крутой. Крутой, я крутой, как Игорь крутой. Крутой, я крутой, как Игорь крутой. Крутой, я иду стой. Примерно вот как-то вот так. Все сказал? Ну да. Чуть-чуть. Ты что, 2 часа ты мне рассказываешь? Бигуди на лысую голову накручиваешь мне здесь. Я один Игорь в Москве, в мире. Вообще. Извините, еле успел. Здрасте. Харламов. Николаев. Гуляев. А ты что, тоже Игорь? Ну, не такой, как вы, конечно. Парни, мы кого-нибудь еще ждем? Да, кстати, кто-то еще должен подойти. Верник, Акинфеев, Саруханов, Стравинский. Может быть, князь подойдет. А куда мы едем, ребят? Мы едем делать историю. Ладно, Игорь, поехали. Вообще-то я не Игорь. Я Егор. Егор? Так, пошли нахер отсюда. Куда мы поедем? Откройте дверь, пожалуйста! Откройте дверь! Я не поеду с Егором никуда! Я должен здесь завести и просто уехать. Нет! Егор, блин! Я уже задохнул. Здрасте, очень смешно было. Харлам. Не, да. Прости, бро, я уже пытался даже не смотреть.
не обращай внимания. Суруханов, Стравинский. Может быть, князь подойдет. После князя не раскалывайся и все. Но я сейчас опять засмеюсь. Ну а что мне сделать? Мне вообще не смешно. Все. И, может быть, Саруханов или князь подойдет. Вообще. Ты что, 2 часа мне тут рассказываешь? Я один Игорь крутой. Ой. Этого места. Давай еще раз. Игорь, Игорь! Ой, извините, пожалуйста. Удачи! Заглохло. Удачи! Где этот князь Игорь? Игорь, прислонись к нему. Фу, бро, я не могу, реально, очень, очень смешно. Верник, Акинфеев, Стравинский, Самбурская. Вот и я потёк.